Кинологический наряд на служебном задании в городе Сочи. Специалист-кинолог Михаил и его четвероногий напарник Дэн разыскивают следы домушника, который залез в дом через это незапертое окно. Ну вот я сегодня открыл, там нету денег. Только вы открывали? Да, только я. Там была служба стоит, да? Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия следы обуви, а также отпечатки пальцев предполагаемого преступника. Проверив по базам данным, сотрудникам полиции удалось идентифицировать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и доставлен в отдел полиции. По коридору под конвоем ведут подозреваемого. Отпираться мужчина не стал, ведь похищенный у хозяев дома кошелек уже занял свое место среди вещественных доказательств по уголовному делу. А как ты так зашел и сразу определил, что там находятся деньги? Я не определял. На стойке лежал кошелек, а в стенке шкатулка. Я открыл ее, увидел, что там деньги. Успел потратить? Да. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.